Я готовлюсь на чемпионат Европы. Страна Испания, конечно же, город Санта-Сусана. Время проведения даты с 4 по 9 мая. 8 вечером я буду на сцене. Я не могу сказать, что я готовлюсь там, например, с 1 января. Я примерно начала подготовку с сентября месяца. То есть в сентябре я уже знала, что я готовлюсь на весенний сезон. Значит, 14 мая предстоит чемпионат Молдовы. У меня есть ученицы по позированию, таких несколько девочек, и не только в городе Кишинев, но и в Тирасполе. Я их готовлю к позированию. В этом году позирование, правила по позированию поменяли, поэтому я стараюсь максимально дать и научить их то, чему я знаю. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Мне понравилось выступление девочек, которое я видела в прошлом году. Тем более я с этими девочками была знакома, как бы так. Мне понравилась фигура, мышцы. Я занималась все-таки спортом в свое время, решила заняться. И ровно год назад я стала тренироваться. Когда подошло время к соревнованиям, мне тренер сказал: тебе нужно найти профессионала по позированию. Я познакомилась со Светой Ленивцевой, и мне очень понравилось, как она со мной работает. Она очень спокойный человек, ненавязчивый. То есть она как бы не кричит, не возмущается, она говорит, что-то не то. И это как бы работает, не угнетает. Нет угнетения человека, достоинства. Все-таки мы все люди, и мне было очень удобно с ней работать. Она мне много чего дала. Очень открытый человек, отзывчивый. И пытается помочь в любом случае и всем моему ребенку, моим друзьям. Я спрашиваю совет, он говорит, да, окей, помогу, подскажу. Мне приятно с ней работать. Я в Испании буду выступать в категории фитнес-бикини. Это пока самая женственная категория, которая есть. В этой категории сочетается и спортивность девушки, и женственность, и красота, умение подать себя и показать свою работу в течение того времени, которое ты делал. Когда я готовлюсь к чемпионату и еду, я не смотрю на конкуренцию, я не обращаю внимания на это. Я сосредоточена только на своей форме, на своей подготовке, на том, чтобы я была в этом году лучше, чем в прошлом году. Я не выискиваю своих конкурентов, не смотрю, кто в какой форме, потому что участниц очень много. В прошлом году было 40 человек в моей категории, поэтому знать, кто будет, невозможно. Надо сосредотачиваться только на себе. Я хочу выразить свою благодарность ассоциации «ФЕЯ», в частности, Дамиру Дарину. Если бы не его поддержка, вряд ли бы я поехала на чемпионат Европы. Спасибо огромное.